видно, блядь. Смонть первые 5 групп. Уже давно пора начать. Не знаю, я на замену поставил, вышел. Шпанер сломали. Еще раз шкаф. Я двух могу встретить, вот мы и на месте. То,
что произойдет здесь, войдет... Он вообще в Дискорде? Да, 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 в Дисе. Стопат, пишешь. Сражавшимися за свободу и покой своего народа. Сейчас пикнется танк. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце. А что там, на Джайне что-то поменялось, что ли? Вафы распределите там, хан. Свет. С паладинами говорить, что вафы ничего не защитит. Без разницы, могу прото бахнуть, могу каску, без разницы, в принципе. Вот спроси меня. Я закончу то, что вот два танка, начинайте. Коника напуливает у меня. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордвинг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено их стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Пал танк, ты раздаешь каски по рейду. Круто, не нужен, ездится. Шкаф поставьте еще раз. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Не знаю, кто ему мут давал даже. И в честь вообще чего. А меня слышно сейчас, нет? Да-да-да.
стоит его убить, только там ловушка заспал. Вторая вроде еще. Все, можно идти. Фастом релогнусь. Лётон, короче, выбора у тебя нету. Ты весь рейд во фасте. Ну, дамаг не важен, я покажу. Ну, дамаг не важен, мне нужен баф. Посмотри, танки это прибавлю. Чего, я не понял, что ты говоришь. Чего в танке? Я говорю, я могу этот же баф и в танке давать. Ты хочешь потанчить? Первый квартал, не проблема. Пекать прямо сейчас танка. В танке у нас будешь ты, и значит новый паладин. Протпал, типа мейн танк. Йота, нов танк. Дебаном, вот раз муться как ясно. Навары косишь, да? Только не давар, блядь. Вот, блядь, сдержал. Рыбу поставь. Я подаю ворот. Хан, ты вообще в курсе, как что танчится ЛК? Не на всех, конечно, но в курсе. Звезду видишь? Угу. Приблизительно здесь босса танчишь лицом в ворота. Угу. Ручей на бафы по. Люди по-разному. Чего не хватает? Хан, обнови каски по рейду. Первую ауру тоже можешь нажать. Мне просто стоит. Всех лагает? Да. Все. Все скиллы с задержкой тыкаются.
Еще умер куда-то, с текстуры упал за инстом лишь в воздухе. Да, не страшно. Неликс есть, полук нету. Лага, и ты рядом еще тут стоишь в воздухе. Ты скрин сделай? Ты под полом лежишь. Очень интересно. Ты здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие. Ладно, слушай, это как на леди бывает, который проваливаешься, ничего нового. Разглядеть источник истинной силы. Все, только не агрейте танки. По чуть-чуть. Че, вестник там внизу подержу, тогда. Ничего там не надо, наверх поднимайте мобов. Вы там сейчас агрейте. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Куда? Вот там же и стоим. Там же и стоим, блядь. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Создать, чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Помощник, главное, держи это подальше. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить тот, его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Если у кого мобильный банк есть, поставьте, пожалуйста. Пиздец. Как на роботе, что тут началось, это я что-то думал, да. Неинтересно. Никогда такого не было, блядь. По-любому это соло, сука. Как тут кастером играть, охрено знает вообще. Может, истанем, отправим соло в Долоран? Ну, в смысле, заинство, может, из-за них все. Да, Майки, а вы можете все нахуй не
Вот на рылка ханта пошустрый. Так, йотун слева или справа? Давай спикать. Йотун. Что? Йотун справа, с лестницы твой моб. Паладин тоже справа. Три моба твоих. Слева будет монород. А на второй фазе на босс топ декабельных? На боссе будет ты с монородом, а хан будет на трэше. Хан на второй фазе будет появляться с одной из сторон три моба. Их надо будет выбирать. Узнаешь, да? Если не ошибаюсь, слева, да, сначала, потом справа? С какой ты видишь, на какой ты видишь? Может, с разных быть. Не знаю, что здесь. Сейчас у меня упадет. Так, сейчас дам лукера. Да, я уж тут. Вара на АП кричите кто-нибудь. Рычи на бафку. Элберл ждем. Так, все, пул по отсчету. Трапу диспел быстрее. Ты не в силах противиться моей воле. Thank you.
Нет, ты живой. Жена НБР, ты ему гевку бы меня. Я знаю, поднимайся. Мозг поднимает меня. Настя, поднимай Войда. Вам же газ. Даст, давай. Вы осознали бессмысленность своих действий? Ты не в силах противиться моей воле! Осколок есть? Сам разрулишь, да? Дай ему лутера, чтоб он забрал его и потом обратно мне. Забирай осколок. Сейчас. Песни тебе там дал, есть? Все, дал. Трэш не пульте. Поздно, использую. Благодарю вас. Пока вы не прибыли, да. Силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Парашка, мы будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя, занять позицию. Так, а вот дракон, конечно, прерывал лут. Все закинуть. И обратно, и когда табличка будет, нет, нажми. Просто себе в сумку закинь. Или кому-то на расклад. Так вроде отдается во время боя. Да, да. Сейчас начислю его. Поставьте шкаф. Здесь после ребята это говно попадет. Ты ИП накидывал, что ли? Нет, я сейчас спалу все сделаю. Отвлекаюсь, сам все это сделаю. Что-то все руси новости какие-то. Это X3. Сов понерфили. Наверное. Сука. Повезло им, что до сурка. Блять, как у БМ. Может, блять, на нас люди починит, наконец спало. Тыкните. Сука.
зайдет, да? Да, он писал, ему там надо минут 15.